ты все равно появилась. И нормально. Мы взяли сейчас джетскую в кредит, хотел сказать, в рент. Вон, вот этот мужчина выезжает сейчас. Так, мы взяли джетскую на сколько часов? 6 часов. И стоило 200. Подожди, а кто будет первый кататься? Вы будете, пока еще никто не приехал. Я и Костя. Ага, и сколько стоит? $263. 6 часов, да? Да, $500 депозит, который вернется через 5 дней. Угу. То есть мама, мы сейчас со своего аккаунта заплатили $500 депозит. Сколько мы будем кататься? Нам вернут только через... Можете час кататься, только через 5 дней. Костя там договаривается, где мы будем встречаться, потому что мы здесь не можем стоять припаркованные долго. А вот там вот Макс ждет уже нас. Пойду к нему сейчас. Водичка чистенькая такая. Максим, вода не холодная? Да, такая нормальная. Нормально? Можно сразу постоять, посмотреть за это. Да, могу. Только вы недолго, хорошо там? Круто, круто. Вон Макс уже бежит. Сильно не гоните. Вы готовы? Да, сначала тихонечко. Ну, давайте. Пока. Пока. Сначала тихонечко, да? А до какой линии? Далеко тихонечко надо ехать? Аж там, да, там разгоняться можно. Ну ладно, пока. Меня не задави. Даже классное место здесь нашли для нашего паровоза, сколько хочешь. Ветерок сегодня.
Вон, я вижу Костю с Максимом. Гоняют, сейчас я поближе их сниму. Вон они. Вон они, на желтой джетске. Вон. О, Сэм летит. Ну как, ребята? Классно, вообще. Я вижу, аж прическа стоит. Мало часа вышел. Да. По-моему, чтобы этот, быть достаточно этот возраста, да? Надо, чтобы ноги доставали до пола. Все, Валюша накаталась, Жанна. Что? Ну сейчас дойти до катера. Опа. Ну ты круто смотришься, круто. Ага. Валя, короче, у нас это Шумахер, или как это можно сказать? Она любит полетать. Скорость любит. Как я прям. Валь, я тоже люблю. Я тоже. А кто любит кататься на циклоне? Мы любим кататься. А вы любите? Вы любите, да? Да. Класс. Я тоже. Когда вырастете, обязательно купите себе, да? Да, Лиза каталась с папой. А почему они едут? Сейчас будем отдавать Джетску. Мы ее на 6 часов убрали всего лишь. А уже 6 часов прошли. Да, прошли 6 часов и надо отдать.
Надо еще заправить ее. А кто будет заправлять? Давай, Леночка. А дядя Сережа будет заправлять. А спасибо. Это надо отдать с полным баком, надо отдать.